Итак, Гульнур, куда мы идем? Я не знаю. Я тоже не знаю, мы в очереди простояли. Вот, наконец-то этот. А деньги не брали? Самое главное. Бесплатно, значит. Здесь какие-то VIP-шные ребята двигаются. Мы идем вот в сторону вот этого вот здания. Куда люди идут, туда мы идем. Да. Итак, уважаемые. О, да, когда ближе подходишь. Ведем экстренный репортаж с Ватикана. Идем в это здание. Нуртачик подкаст и голос Калифорнии. Где не, у каждого ближе... человека есть своя движуха. И у каждой движухи есть свой зритель. Да. Вот смотри, этот челик с этим, с мечом. Дерзко стоит, да? Да, дерзко стоит. У него на голове голубь. Такое ощущение, как будто он не настоящий. На самом деле настоящий. Или это не голубь, это что вообще? Сейчас, подожди. Кто знает, скажите, что за птица на голове? Заходим. Не, когда ближе подходишь. Атмосферно? Да. Я сразу, когда пришел, сразу почувствовал. Здесь атмосфера прям чувствуется. Атмосфера величия. На азиаттар қалған жоқ. Соңымыздан. А что там? Я не знаю. А, вон, подожди. Что-то надо скинуть там. Пойдем сюда. Да? Не-не-не, пойдем сюда, Чорч. Ну да, это главная тема. А тут какой-то чек-рум, что-то непонятное там. Гардероб там. А, походу, гардероб. И смотри, здесь входа нет, что ли? А, есть он, заходит. Не, вот это нормально, смотри, вот это нормально, чувствуется. Да. Блин, чтобы показать один в один, наверное, вот тогда будет. И то не вот так. Вот так вот. Вот насколько он большой. Не, он большой. Здесь величественное. Чувствуется прям. Видите, какой маленький. Базилик. Ага. Мы, как всегда, снимаем фотки с голосом Калифорнии. Да. Голос Калифорнии никогда не упустит возможности снять фотку. Так, о, заходим. Да. Окей, надо побольше поставить. Фух, вот так вот. На полу что-то написано. Your one. Октобрис. Это что, 10-10-3, это что, 23-й? Понтифик Максимус. Октобрис, оно какой-то. О, наверху смотри. Большой, большой, ничего это, не скажешь. Вот это интересно. Вот это сильно. Наверху, Гуна. Привет. Гуна? Да, мы внутри. Ага. Он огромный, вообще.
вообще очень большой. Заходим, давайте заходим. Зайдем внутрь. Не отстаем, не отстаем. Да-да-да. О, вот это сильно, смотри. Вау. Вот это сильно. Так что общий план уйдем сперва. Ух. Это вот так вот, ребята. Вау. Гюнар. Гюнар. Вау. Что, сильно, да? Да, есть такое. Нереально просто, да? Да. Там, прикинь, эти истории. Эти. Друзья, мы внутри очень большое. Офигеть просто. Очень большое. Очень. Смотрите, что наверху. Вау. Смотри, она наверху. Это вот эти челики, ангелы, истории вот эти библейские. Это, короче, там истории какие-то, да? Не, мне кажется, камера не передаст. Да. Но зато сфоткаться надо. О, да. Голос Калифорнии. Голос Калифорнии, как всегда. Да. С вами. Никогда не теряется. В нужный момент. Всегда берет свое. В ритме Пепси. Вот, смотри, это Дева Мария, да, или что, кто это? Да, к сожалению, мы не очень сильно знаем историю Иисуса, Библию, но архитектура, конечно, по-любому шикарная. Зачем мне это надо? Смотри, вон тот челик какой-то здоровый, блин. Ага. Сейчас я покажу. Вот этот. Капец, он здоровый. Прикольно, если он упадет на людей. О, да. Гоним он будет. О. Аж рука, скажи, устает, да? Да. Пойдем, Гуннер, сюда. Пойдем. О. Это кто такая? Королева какая-то, да? Я без понятия, кто здесь. Это. А этот кто? Александр тоже какая-то. Александр. Этот, наверное, это папа римский. Ага. Ну, они, конечно, да, по идее, да, по-своему
Вроде бы и красиво, вроде бы и жестко, мрачно все выглядит. Да. Но... Есть такое. Обычно же ужастики такие снимаются же. Ага. Да, сильно, сильно, ничего не скажешь. Помнишь, да, вот индийский, да, вот эти вот темпл был же, Акшадрам. Мы не вкалту. А? Мы не вкалту. Для тебя это мы не вкалту. Да? Индийский? Да. Да, почему-то. Именно по величию, да, здесь жестче, да? Да. Но я вот думаю, мы в Акшадрам это самое величественное мы попали. Теперь вопрос. Потому что вот это вот, да, это, конечно, сильно. Еще одна легенда. Это что-то другое. Вау. Видите, насколько он большой. Прикольно. Wow.